Жил-был царь, который хотел построить новую столицу. Его зодчий спросил у него, из какого материала построить город. Царь сказал, вечный город должен быть из золота. Зодчий ответил, что целый город из золота – это просто невозможно. Зодчий сказал, самый лучший материал был бы грязь. Царь удивился. Боже мой, что такое грязь? Зодчий сказал, что грязь – след жизни. Это печать, поставленную жизнь, из которой сформированы все наши дела. Из самого меньшего до самого безразличности. Царь удивился и сказал, что он никогда раньше не слышал о таком уникальном и прекрасном материале. И царь дал разрешение начать строительство по своему усмотрению. И зодчий начал строительство. Как назывался город? А вы из какого города? Разбойники!